инструкция для тех, кто хочет нарисовать ровные стрелки. Для начала продайте душу дьяволу. Алло, сатана? Ну, потому что без черной магии здесь не обойтись. А теперь сосредоточьтесь. Вам нужно вспомнить все, чему вас учили на алгебре. Логарифм, гипербола, дискриминант, интеграл, параллелограмм. Напрягли память? Это вам не поможет нарисовать ровную стрелку. Но для чего-то же мы это все учили в школе? Переходим к практике. Открываем YouTube. Просто рисуем тоненькую линию прямо у роста ресниц и вуаля. Рисуем четко по ее видеоуроку. Звоним этому бьюти-блогеру и уточняем, какому именно дьяволу она продала душу. Потому что мне кажется, что нас где-то немножко на... В любом возрасте нужно делать правильный выбор. Алло. Гулять? Пойдем. Хотя ты знаешь, мне столько много домашки задали, я не пойду сегодня гулять. Ты меня не жди, я что-то приболела сильно. Давай в следующий раз увидимся. Ага. Мне к бабушке надо в Саранск идти, срочно. Слушай, я еду копать картошку, мне вообще сейчас некогда. Иду, иду уже. Ну, вспомнила, мне очередь надо в поликлинике занять. Алло, Николаич, ты совсем не меняешься, ну какое нафиг свидание? Лучше приходи, будем смотреть мой сериал. Прическу замучу. Там будет мой бывший? Да пофиг. Инструкция для тех, кто хочет побороть свою лень. Для начала оцените уровень проблемы. Да мне даже лежать лень. Все понятно, у вас черный пояс по лени. Но дела не ждут. Для начала хотя бы скатитесь с кровати. Ау. Соберите волосы, чтобы они вам не мешали. По-моему, идеально. Помойте посуду. Погладьте белье. Уберитесь на своем рабочем столе. Ну а теперь соберите всю свою мощь, всю свою внутреннюю силу. Вы замотивированы. Вы король этого мира. Сделайте это. Капец, я устала. На сегодня, пожалуй, все. Ален, вот ты думаешь, что я иду сейчас на метро из-за того, что я бедная? Нет, я не бедная. Знаешь, сколько за мной поклонников сейчас приезжало на Бентли, на Бугатти, на Мерседесе? Сколько, знаешь? И каждый из них мне дарят миллионы роз. И не только алых. И я ему сказала, мне к этому наряду не хватает шляпы от Шанель. И он ушел и больше не вернулся. Все потому, что он просто любит больше Гуччи. Он мне пел песни под окном. Fuck you, bitch! Fuck you, bitch!
Очень плохо, что я не знаю немецкий. И я ему сказала: за мою красоту подари мне Apple. И он мне подарил Apple 2 кило. Любой мужчина может стать моим мужчиной. Мне только нужно свистнуть. А свищу я великолепно. Слушай. 12 апреля 1961 года. О! Знаешь, какой скоро праздник? День космонавтики. Под какую песню будем тусить? О, Коля, нашла песню! Ребят, сейчас я банкану свою сестру. Поехали! А, это пранк! Ты что, дебил, что ли? Ты что, посуду-то не помыла, а? Потому что мы пилоты, небо наш, небо наш. Почему ты свои вещи не убрала? Потому что мы пилоты. Ты что такая пьяная-то? 3, 2, 1. Потому что мы пилоты. А тебе идет. Небо наш, родимый дом. Думала, ты будешь со мной навсегда, но ты уходишь, за тобой не закрывая дверь. Я живу уже который год. Не отрекаются, любя. Скажи, что не любишь меня. Ну что ж ты, давай смелее. Я прости, поверь, и я тебе открою дверь. Там вот такая деталька отвалилась.